О людях с тяжелым психиатрическим диагнозом в полиции будут знать больше. По новому приказу Минздрава с 1 марта изменится порядок наблюдения за людьми с тяжелыми психическими расстройствами, которые отличаются буйным поведением или уже нарушали закон. Для предупреждения новых преступлений врачам предписали следующее – взаимодействовать с полицейскими. Но бывает так, что медики и сами не знают, кто перед ним. В Колпинскую больницу летом поступил пациент. Поступил с панкреатитом. О том, что мужчина слышит приказы темных сил и 3 раза лечился в психиатрической клинике, врачи не знали. О кровавой бойне в больничной палате прямо сейчас. В воскресенье в больнице, даже такой большой, как 33-я в Колпино, отличается от больничных будней. Тише, врачей меньше, можно спокойно побыть с посетителями в разрешенное время. Вечер, 25 июля, отделение хирургии. 4 пациентов одной из палат легли спать. В начале 6 утра они проснулись от криков. Один из больных напал на соседа по палате. 3 раза ударил ножом. Мужчина вскочил, закричал. Другой пациент с просонья не понял, что происходит. Спросил. Тогда монстр с ножом бросился на него. Ударил 13 раз. В палате, кроме меня, находились 4. Мужчина, один был в тяжелом состоянии после операции. И начал обходить всю палату и наносить хаотичные удары ножом. Кто еще мог ходить, выбежали в коридор. Окровавленный монстр, человеком его назвать сложно, двинулся за ними. Ему почудилось, что он слышит голоса, которые говорят ему убивать всех. На записи с камер в больничном коридоре видно, как из палаты выбегает раненый человек. За ним другой. В панике оба бегут прочь. Третий больной, тот, что был после операции, кое-как сумел выйти и упал на пол. В эти минуты жестокий убийца уже зашел в следующую палату. Все так же, с ножом в руке. На кровати он увидел пожилую женщину. Она уже проснулась, да, просто лежала с закрытыми глазами, когда услышала крик сначала мужчин, да, а потом в ее палату зашел, обошел ее кровать и, не сказав ни слова, начал резать. Пенсионерку он ударил ножом 4 раза, бил прицельно в голову. И вдруг пожилая женщина оказала неожиданное сопротивление. Женщина не испугалась, она боялась за свою жизнь и здоровье, но выбила кулаком нож у него. Схватив за его за палец, а пальцы у нее, возможно, были порезаны от предыдущих ударов. Ну, причинив ему, соответственно, боли. К этому моменту больничная резня длилась уже около 10 минут. Виновнику 35 лет. Зовут Виктор. В его биографии 4 судимости. За кражу, грабеж и 2 раза за наркотики. Сам он наркоман с большим стажем. Начал он с бутерата, вот, а заканчивал солями. Он употребляет, да, в какой-то момент начинает неадекватно вести себя. Ему проходит курс лечения, у него все хорошо становится какое-то время. И начинается опять заново. Один раз попробует и далее. Психоактивные вещества, как это нередко бывает, лишили Виктора разума. У него начинался бред. Часто говорил, что его преследуют потусторонние силы. В психиатрической больнице за 2 года мужчина лежал 3 раза. Последний раз около 1,5 года. В Колпинскую больницу он поступил по скорой с панкреатитом. Состоял на учете у психиатра и проходил лечение соответственно, в соответствующих медицинских учреждениях. Но эта информация-то закрытая была, поэтому врачи 33-й больницы об этой информации не знали, а сам при поступлении в больницу, конечно же, эту информацию не сообщил. В 6:05 в приемный покой спустился раненый пациент. Сказал, сосед по палате всех режет. Персонал нажал тревожную кнопку. Тем временем в отделении хирургии на 3-м этаже продолжалась бойня. Монстр пытался напасть на врача, но медик оказался проворнее. Каталкой преградил убийце путь. Это ненадолго охладило пыл напавшего. В следующий момент медик появляется со шваброй в руке. Позади него смелая медсестра. Но нехитрое оружие применить не успели. Обезумевший маньяк поскользнулся на крови раненого им же соседа по палате и рухнул на пол. Если бы врач не обезвредил его, возможно бы, ну, и врач, и женщина, находящаяся в параллельной палате, не обезвредили, возможно бы жертв было бы намного больше. Жуткого пациента обвинили в покушении на убийство 4 человек. На данный момент уголовное дело находится в Колпинском районном суде с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера. На допросе со следователем обвиняемый был спокоен. Говорил, что убивать приказали голоса. Прям вот явного раскаяния я не увидел. Да? То, что ну, там, вот, говорил, что не хотел их убивать. Это все.
Виновный признал полностью. Следователи считают, что в больницах должны владеть полной информацией о пациенте, который поступил с любым диагнозом. Для этого необходимо бы иметь общую базу. Мы вышли с инициативой, на самом деле, в администрацию Санкт-Петербурга о том, чтобы создать единую базу по больницам, когда к вам поступает пациент, чтобы знать его историю болезни, состоит он на учете, психиатр не состоит. Потому что пациент же может не говорить ни о чем, а такая ситуация может вновь повториться. Монстр из Колпинской больницы будет отправлен в спецклинику, двери на выход в которой открываются не для всех.